Седьмой класс, 30-я серия. Решение задач. Задача первая. Найдите двузначное число, которое равно сумме куба числа его десятков и квадрата числа его единиц. Допустим, в этом двузначном числе а десятков и б единиц. И это число равно сумме куба числа его десятков и квадрата числа его единиц. Эту задачу можно решить перебором. Перебор начинаем с А1. Допустим, один десяток в этом двузначном числе. Здесь достаточно рассмотреть B равное 3 и B равное 4 и убедиться в том, что нет таких значений, вот А и Б, чтобы это равенство было верным. Так, а вот если А равно 2, Б 4, равенство будет верным. Число 24 – это 8 плюс 16. Итак, ответ 24. Задача вторая. Во сколько раз четверть квадрата положительного числа больше квадрата его четверти? Так, допустим, число А, вот это квадрат числа А, А умножить на А. Если надо найти четверть, значит, надо умножить на 1 четвертую или разделить на 4. Так, а это четверть числа А возводится в квадрат. Вот квадрат четверти числа А. В результате преобразования получаем, что это А в квадрате, деленное на 16. Значит, значение этого выражения в 4 раза больше, чем это значение. Так, ответ больше в 4 раза. Задача третья. Катер прошел по течению 60 километров за некоторое время. За то же время он прошел бы против течения 50 километров. Какое расстояние за это время проплывет плот? Плот перемещается со скоростью течения реки. Так, обозначим вот это некоторое время за x часов. Тогда скорость по течению – это 60 километров делить на x часов. Скорость против течения – 50 километров делить на x часов. Значение разности этих скоростей – это удвоенная скорость течения реки. Обозначим за y вопрос задачи – это то расстояние, которое проплывет плот. Так, можно домножить и левую, и правую части равенства на x. Получится уравнение с одним неизвестным, y. Решая уравнение, находим значение y. y равен 5. 5 километров проплывет за это время плот. Задача четвертая. В турнире участвует 10 команд. Борьба идет за золотые, серебряные и бронзовые медали. Сколькими способами медали могут быть распределены между командами? Итак, золотые медали получит одна команда из 10, то есть 10 возможностей. Так, если команда получила золотые медали, значит, ни серебряные, ни бронзовые они уже не получат. Значит, для выбора команды, которая получит серебряные медали, остается 9 возможностей, а бронзовые медали 8 возможностей. Перемножая возможности, получаем ответ 720. Задача пятая. Найдите точку графика линейной функции, абсциссы и ордината которой противоположные числа.
Числа противоположные отличаются знаком. Значит, можно сказать, что y – это минус x, а затем вместо y подставить минус x. Так, получится уравнение с одним неизвестным. Решая уравнение, находим x. Зная x, можно найти и y. Y будет минус 1. Так, х1. Так, ну и давайте покажем эту точку на графике. Так, эта точка, вот, х1, а у минус 1.